Всем привет, кто заглянул на мой канал. С вами Наталья, и у меня очередная распаковка посылок. Я, правда, товар уже открыла, я уже знаю, что здесь, и хочу с вами поделиться. Заказала вот такую вот пижаму. Сейчас я ее открою, чтобы не шуршать на камеру. Идет вот такая вот пижамка, как заявлено продавцом. Это домашняя одежда, в ней можно ходить дома. На сайте продавца заявлено, что это шелк. Но я бы не сказала, оно больше похоже на сатин. Вот такая вот пижамочка с коротким рукавом. По краю идет вот такой белый кант. Идет кармашек, воротничок отложной, пуговички симпатичные с бантиком. Все очень хорошо расшито, нигде нитки не торчат. Я заказала 3XL. Хочу, чтобы была свободная. Люблю, чтобы пижамы были свободные. Есть вот такая бирочка. Все на китайском. Как ухаживать, как стирать за изделием. Вот такая вот пижамочка. В принципе, заказом я довольна. На мне она сидит очень свободно. Хотя штанишки чересчур свободно. Штанишки тоже идут. Вот такой кантик внизу. Сшиты правильно. Зад идет больше. Перед меньше. Штанишки мне очень свободно. Я даже подумываю, может быть, даже ушить. Хотя это же пижама. Она и должна быть свободна. На сайте продавца заявлено в 9 цветах, а также заявлено с шортиками и с длинным рукавом. Потом примерю и покажу, как она на мне сидит. Второй товар мне пришли такие вот трусики в таком вот зип-пакете фирменном от магазина. Трусики идут хлопок с эластаном. Трусики заказала не себе, заказала сестре. Мне они большие. Вот здесь вот как бы выдавлены лебеди. И двое вот такой вот маркировочка. Вот такая она как бы прорезиненная. Качество отличное. Нитки нигде не торчат. Трусики с завышенной талией. Вот здесь как бы двойной впереди пояс. Вот он двойной. Стоит этикеточка. Размер срезан. Указано, как ухаживать за изделием. Стоит 95 хлопок. И 85 или 5, и 5% эластан. Трусиками я довольна. Я думаю, сестре понравится. И последний товар, который ко мне пришел, это бижутерия. Пришел в таком вот замшевом мешочке. Это серьги. Цвет металла в золоте. Застежка хорошая. Застегивается до щелчка. Это вот такой большой. Сейчас переключусь на камеру другую.
Это вот такой большой цирконий. Очень мне понравятся эти серьги, смотрятся оригинально. Переливаются. Ну, прям как бриллиант. Примерю эти серьги и покажу, как они смотрятся на ушки. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.